И всем здравствуйте, уважаемые зрители Грифония на связи. Продолжаем. Последняя, надеюсь, сегодня будет часть нашего путешествия в мире Мидгарда и Нифльхейма. Tribes of Midgard. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайкосики и писать комментарии, и мы отправляемся на поиски какой-то модгуд, которая, по идее, как раз находится в Нифльхейме. Собственно, для этого мы переключаемся на подземный мир, и вот здесь она у нас показана значком. Ни слова больше, сразу к ней бежим и спрашиваем, что мы будем делать. Так, а что такое? Я не понял. Что тут произошло? Они все меня, ну, обижают, получается. Я только появился. Ну, потому что ночь. Понятно. Просто потому что ночь. Они ведут себя некрасиво. Так. Взрываюсь я опасно. Это факт. Взрывается эпически. Вот это она, да? Нет, это какая-то другая фигня. Ну-ка, давай смотреть на легенду. А тут не написано такого. Ну, вон, видите, там два каких-то странных фиолетовых значка. Кружочка. Я таких не знаю. Не видел. Вообще, по идее, им должно огненное нравиться больше. Ну, как нравится. Понятно, что нет. Ну, ладно, жахает неплохо. Так, это что-то связанное с сундуками. Давай заберем. Это нравится. Так, берем вот эту тему. И хочу посмотреть, что за кружочек такой интересный. Может быть, это какой-то мощный монстряк? Или это эти корни, которые, типа, проклятые? Ну, вы понимаете, да, о чем я? Проклятые корни. Ну-ка. Ой, а что это такое? А я такого не помню. А оно еще и меня вон бьет. Вон, смотри, какая штуковина забавная. Еще один сундук. Это, по-моему, довольно приятно. Я извиняюсь, что я отвлекаюсь. Надо сразу бежать в Black Modgood, но я решил, что мне нужно забрать еще вещички. А вон еще черепочки какие-то. А вон еще появились эти проклятые корни как раз. Ты что такой сильный? Так. Собрато. Не забываем души, они мне пригодятся, потому что если меня укокошат, я смогу тогда хотя бы чуть-чуть оставить и починиться. В Нифльхейме я толком и не ходил. Я сюда заходил исключительно за минералами, типа всеми вот этими, и все, и нормально мне было. Простите. А во! Какие-то мощные дядьки. Таких я не видел. Это какие-то новые мощные дядьки. Прямо и много их здесь, смотри-ка. Нравится. Несмотря на то, что у них повышенный урон от огня, долбить их надо, мое почтение, как долго. Какие-то крепкие ребята очень. Я прям стесняюсь спросить, где они так вкусно кушали много и полезно. Чтобы быть такими крепкими. Ну ладно, я с ними справлюсь. Достать зуб. Проклятые корни. Достал. И что теперь? Я никуда пойти не могу. Ребят, я, кажется, застрял. А что делать? А что такое? Вот и что мне? Ага, понятно. Фильген. За мной, говорит. А что мне делать-то? Я застрял. Ладно, придется использовать, видимо, мою вот эту штуковину. Да?
Как бы это странно не было, но придется обратно возвращаться. Пипец. Короче, какой-то зуб. Я в него влез внутрь, похоже, провалился в текстуры и застрял. Хорошо, что есть телепорт. Больше такого делать, конечно же, не нужно. Зато я знаю, как... Ну, недалеко, получается, нахожусь. Ой, беда. Ладно. Мочало, начинай сначала. Идем, значит, снова сюда и спускаемся вниз, и дальше вверх, и потом... вот. Такие дела. Хорошо сказал. Опять тут каких-то набежало монструков. Так, срочно нужно забрать, значит, вот... Нужно забрать вещи, пока не исчезли. Хотя они, наверное, не исчезнут, по факту. Так-то. Как раз день наступил. А там опять какие-то корни появились, прикинь. А что такое? Я только всех поубивал, а там снова они? Как так-то? Или что это такое? Осколок зуба Нидхёка. Вон, видали? Я вон туда зашел, получается. И все. Я не смог выйти. Это было, ну, обидно. Короче, оказывается, это какая-то штуковина. Я думал, это к монстру относится. А это чисто... Вон, проклятые корни как выглядят. Достать зуб. А я могу отсюда достать зуб? Нет? Видимо, это не проклятые корни. Вон пустота великая и беспощадная. Так, ладно, пошли дальше. Хорошо. Наверное, мне нужно сюда. Куда мне нужно? Да, туда мне нужно. Нужно в ту сторону, в общем. Двигаем. Дорога есть даже. А я, типа, без дороги иду. И все у меня хорошо. А вон еще какие штуковины, смотри. Это, типа, тени гоблинов. Видал? Это как те, которые на равнинах всяких. Но только привиденческие. А они что, не агрессивные, хотите сказать? Я не то чтобы против. Но тогда, может, не надо их просто бить? Но ресурс, опыт из них вываливается, и души, поэтому... Нормально все. Опять, кстати, смотри, сколько чуваков этих. Мразоты. Ух, мразоты. А они днем слабенькие, как будто бы, да? Типа, смотри, как я быстро развалил их. Ощущение, что они утром, ну, ничего из себя не представляют такого опасного. Может, я заблуждаюсь? Смотри, а эти вообще как будто не хотят нападать. Так, и, видимо, мне вот на этот мостик теперь нужно попасть. Здесь всегда ночь. Мидгард пережил день, это была поверхность. А здесь всегда ночь. Грибы с разрядами грибной луны. Монстры ночные. И вот, поэтому так произошло. А давайте почитаем про этого чувака. Вот интересно же прямо. Журнал. И, видимо... Нет. 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 А где они? Где вот эти создания ночи, которых я убиваю постоянно сейчас? Я их не вижу. Но это не они, это какие-то предводители. Элита. А, вот здесь может есть. Точно. Так, смотрим. Вот она. Двойлинг. Двойники Хели обладают уникальной особенностью, погибая, делятся на две самостоятельные сущности. Старайтесь разобраться с ним прежде, чем она задавит вас числом. Прикольно. Вот это полезно. Я, кстати... Пёслинг! Пёслинг, понял? Охотники. Хели. Пёслинги. Ясно. Это хорошо. То есть, если будет вдруг Хель призывать двойлингов, то мне будет худо, потому что они могут задавить меня числом. Это ты вот так вот защищаешь мост, зарастил его какой-то хренью, и типа не даешь пройти только избранным. Никто не пройдет. Леди Хель... Изменилась. Предала золотого бога. Скверно распространяется. Корни увядают. Конец близок. Возможно, я знаю один способ.
Очисти болезнь, поразившая корни, да будь змея Хвергель мира, зуб Нидхёга, доказательство подвигов, доказательство чистоты, источника и тебя. Ну, зуб я уже добыл, случайным образом. Дело в том, что вот это бабища, вот она, да, Модгуд, она говорит очень медленно, внизу написано. В принципе, все правильно. Так, мне теперь нужно найти... А, так я, подожди, я все уже сделал, да? Моя королева зашла слишком далеко, делай, что должен. Спаси Бальдера, спаси мой мир, спаси все. А это что такое? Змей Хвергельмира. Змей Хвергельмир. У меня есть практически все, кроме вот... Что это такое? Осколок зуба Нидхёга. Вот эту штуку еще нужно, да, получается, добыть. И мне нужно узнать, где, блин, эти змеи... Надеюсь, это не те, которые в море водятся. А, вот, смотри. Рябь Хвергельмира. Хорошо, у меня... А у меня удочка-то с собой есть. А, удочка есть хрустальная даже. Ничего себе, так я могу тогда попробовать добыть все, что нужно. Хорошо, разобрался с этим. Значит, нужно мне вот эти вот добывать осколки. Сейчас добудем. И порыбачить, получается, в подземном мире. Всегда мечтал. О, смотри, бежит ко мне. Бежит! Какая прелесть, иди сюда, ты мой пупсик. Здесь, кстати, уровень нужен побольше, 400 силы. Это вам не это. Так, смотрим, ищем рябь, значит, этого змея долбаного, которого мне нужно споймать. Ладно, видимо, надо наверх подниматься. 100%. Поднимаемся, в любом случае, в ту сторону, потому что следующие отростки эти там находятся. А это что такое? Почему их не собрано? Ага. Так, где? Не здесь. Там. А, ну давай проверим речку. Заодно. Какие-то стрёмные эти хорьки. У них звук мерзкий. Не нравится. Слушай, ну я не вижу их. А это что такое? А, враги. Сундук. Конечно, хочу. Спрашивайте еще. Хочу и буду сундук. Блин. Похоже, когда я выпускаю стрелы в какие-нибудь препятствия, они, естественно, не возвращаются. Поэтому надо осторожнее. Так, вот это мне надо. Спасибо. Этого мне не надо. Этого тоже. Всех развалили. Один остался. Так. Лужи этих не видно с рябью, которые. Пошли дальше. Может, надо озеро какое-то найти? Пёслинги, отстаньте. Господи, надо было читать, как они называются. Так смешно. Пёслинги, понял? Быстрее, сейчас нужно найти все необходимые ресурсы и отправляться дальше, значит, побеждать последнего босса. Так, вы видите врагов типа Драугр? Но это же не двойлинг, это какой-то другой хрен, по-моему. Ну-ка, вражины. Не здесь. Здесь. Так, и это у нас... Это вот такой какой-то, ватлинг или ватлинг-защитник? Ватлинг. Ну, из ваты сделан, видимо. Пожирать души по ночам и исчезать с первыми лучами солнца. Единственная задача у них, понял? Хорошо живут. Мне бы так. Так, вот сюда мне надо. Так. Соберем, пожалуй, значит, сундук. Рыбку видите? Нет. А, она где-то есть. Рябь. Может, я что-то не учел? Типа она по ночам только появляется или что-то вроде. Не знаю, у меня рефлексы. Не могу остановиться. В Мидгарде появился древний. Это тот предыдущий, наверное, которого я убивал. Восстановился. Господи, я думал, ты меня атаковать собираешься. Ну-ка, ты бьешься? А, нет, смотри, они от меня улепетывают. А почему? Я что, такой страшный? В общем, зря, получается, я их убиваю, они миленькие, добренькие.
надеюсь, он не разрушится. Зуб этот. Так. Нет, древнее ядро мне не надо, достать зуб. Проклятые корни. Хорошо. И сколько мне дадут с одного? Типа... Сколько медалей? Осколок зуба. 10! Мне нужно еще один найти. Нужно найти еще один, и я смогу отдать ей 30. Так, где... Нифльхейм. Осквернение древний родник. Воды всегда остаются недвижимы. Отправляется за ее сокровищем должен только храбрейший из храбрых, ибо иных не ждет ничего, кроме голода Нидхёга. Змей Хвергельмира. Какой-то родник. Может, это озеро должно быть? Вот еще не хватало мне тут ходить искать озера. Почему вот нету в легенде вот этих вот черепушек? Что это такое? Они должны быть. Ладно. Предположим, я... Здесь вот порыбачу. Порыбачу? А вон еще, кстати, нашел корешочки. Хорошо. Это успех. Так, здесь у нас нет ничего. Новый уровень, ура! Новый уровень, это хорошо, это я люблю. Можно потратить тогда очечки куда-нибудь. Ничего себе, у меня лук уже испортился. Так, и испытание благословения, вот. Это что такое? Нет, это не надо, это не надо. Что нужно? Значит, это все исследовано. Господи, так все получается. Без пощады. Увеличивает урон по оглушенным врагам на 10%. А оглушенные не могут быть от моего лука или нет? Нормирование. Возвращает употребленное блюдо. Вот это интересно, кстати. А это что? Резчик рун. Шестую ячейку для руны. О, сумка для зелий. Максимум зелий в ячейке на 2. Так я... И, блин, конечно, да. Что за вопросы? Вот это полезно. Это очень полезно. То есть я теперь могу носить 6 рун. Прикинь? Так, тогда, сейчас мы сделаем что-нибудь интересненькое. Например, увеличивает урон по йотунам, нет, значит, увеличивает дальность обзора на 25%. Вот. Прекрасно же. Топчик. И тогда, наверняка, вот я могу еще вот так, нет, не увеличивать. Ладно. Так, рябь, значит, мерзкого змея. Где найти? Ой, ты ничего себе, ты хотел меня ударить, а я взорвал тебя. Получается, я камикадзе. Блин, а что делать? Где найти этого несчастного змея? Ой, ты же не будешь взрываться, надеюсь. Так, ну что, тогда давай пока добудем вот с этих типов зуб еще последний. Последнюю порцию. Я какой-то мега взрывоопасный викинг. Творю дичь. Раздаю налево-направо люлей. Так, хорошо. Достаем зуб. Выдергиваем, получается. Так, выдернул. Забрато. Так. Но! Нету нигде. А почему вот здесь вот открыто не могу понять? Потому что я как-то вот вокруг гор хожу или что? Ну да, слушай, я не могу сюда. То есть это пропасть? Так а чё? В чем прикол, я не понял. Как мне туда попасть теперь? Мне не нравится. Пустите меня! Что за дела? Дайте мне нормально порыбачить, я не знаю, чё вы как эти жметесь. Где эти несчастные червяки обитают? Ага, рассказывай. Где червяки?
Он взорвался, кстати, похоже. Так, ну сюда я никак не попаду. Тогда. Упал. Упал. Так, у меня скоро лук сломается. Хорошо, что у меня их два. Не буду, пожалуй, на них вообще отвлекаться. Мне нужно искать срочно рыбеху. А где ее взять? Может быть, она где-то в подземных пещерах? А давай, кстати, чего я как этот, смотри. У меня есть журнал, у меня есть животинки всякие. Надо глянуть. Змеи здесь водятся или нет? Похоже, что они не очень. Сорм какой-то. По морям Мидгарда, противоестественным отродьям Йормунганда. Устали ломать голову о том, как же это приглашение получить. Без приглашения зашедших. Так. Муспельлорм, это понятно. А где змей? Это Йормунганд, собственно, собственной персоной. Но это рыбка какая-то. Да? Это же рыбка. Ну, типа ресурс. То есть мне нужно... Вот, это же ресурс. Рябь Квергельмира. Родник. Это какая-то лужа как будто. Ой, меня атакуют. Ничего себе. Дерзкий, ловкий, умелый, смелый. А у тебя бубенчики прикольные. Взорвался. В общем, нужно иметь в виду, что они могут взрываться, нанося урон по области. Это мне очень сильно пригодится, если что. Вон, видал? Какие скоты. Все хотят меня побить побольнее. Так, ладно. Ладно, это нехорошо. Призвала он только что на моих глазах. Рябь, 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 рябь. Рябь, рябь, рябь. Ничего. Ну или я слепой, или ее до сих пор нигде не было. Тут только варианта два. Что-то эти ребята очень мощные. Много их надо лупить, чтобы убить. Много стрел у них трачу слишком. Не нравится. А вон я нашел какую-то... Даже не знаю, что это. Давай смотреть. А он все за мной идет и идет. Вот не мерзся ему. Хочет огрести, видимо. Так, что это такое? А во, нашел! Ура, я нашел! А никто мне не сказал, что это пруд, который огорожен, нормально облагорожен. Огорожен, облагорожен. Я-то думал, что это, ну, типа, в речках водится. А, нифига подобного. Это вон где. Надеюсь, я не распугаю всю рыбку своими этими выстрелами. Так, теперь приступаем к рыбной ловле. Значит, ловить. Змей. Ловить. Рябь Хвергельмира. Сумка заполнена. Хорошо. Хорошо! Получается! О, ничего себе, новый уровень. 15-й. Вальгалла. Змей Хвергельмира. Плюс 4 с каждого куста. Так его только в одном месте ловить, получается, можно. Нужно здесь поставить телепорт. Определенно. Удочка. Удочка пока еще целая вроде. Если бы она была не целая, мне бы сказали об этом. Все. Всех поймал, у меня теперь 32 рыбёхи, теперь я хочу поставить здесь портал, чтобы иметь возможность ловить рыбку всегда. Вот куда-нибудь.
Вот куда-нибудь вот сюда могу поставить. О, прекрасно. Так, и вот этого товарища нужно тоже немножечко развлечь, чтобы неповадно было. Так как это творение тьмы, наверное, стоило бы использовать под него стрелы типа света, но ладно. Так, погнали. Возвращаемся обратно к тетке. Я вот здесь, отсюда, в принципе, почти одинаково. Так-то. Ой, ладно, надо поставить там еще один портал будет. Хорошо. Кто-то меня атакует? Ничего себе. Меня атакуют, ребятушки, козлятушки. Прям здесь появляются, прикинь. Офигеть. Куда они способны? Настырные такие. Прям аж невозможно. Невозможно иметь с ними делов. Так, а если я просто спущусь здесь? Ну, подумаешь, урон чуть-чуть получу. Ну, я же спущусь. Безо всяких там ваших этих... лесенок и так далее. Пойду-ка так схожу. По-моему, нормальная тема. Интересная. Вполне жизнеспособная. Все, бегу. Теперь давать ресурсы тетке, которая должна открыть мне доступ к Хель. Тетка Тормоз. Ну, она такая. Медленно разговаривает, короче. Тетка Тормоз. А, ну вот, проход нормальный. Сейчас я еще портал здесь поставлю, главное не забыть. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И мой викинг заиграет сам на скрипке. Вот. Так, теперь нужно поставить здесь еще вот эту штуковину. Потому что мне нужно починить вещи. Г. Ремонт. О, видали? Все, и у меня есть теперь, значит, лечилки. У меня есть материалы. Спаси все. Так, пожертвовать максимум. Это вот так. О, заслужить уважение Нифльхейма и мое. Останови Хель, не умирай, у нас нет места. Смешно. Спасите Бальдра от его участи. Борьба с кварством Локи. Так, хорошо, погнали. Ну, с богом. Пожалуй, приступим. Сейчас такая бац, ее призывать не надо, она сразу здесь. Логово. 400, кстати, мощи нужно, а у меня больше. У меня вон сколько. Это что такое? Это вуду? Че это? Я только что сделал дичь. Блин, хотел... Блин, олень чукотский. Ладно, отпустить. Пленный Бальдер. Ладно, сделаю, потом еще лечил их свет, что ты думаешь. А, у меня ресурсов не будет, если я умру. Это ты, что ли, Хель? Кстати, похоже. Как прям в этом... Ой-ой-ой-ой-ой, а чё ты так неожиданно на меня? А он и лечит? Нифига себе. А, то есть пентаграмму рисует, пентаграмма! Отвали нафиг! А Бальдер-то мне помогает. Вообще четкий тип. Мочи моего двойника, меня не трогай, понятно? Вон тебе, как я могу. Надавать люлей. По ней хорошо проходит этот урон, мне нравится. Ого, она больше их стала призывать, ничего себе. Так, ну сейчас сюда пойдет. Ой, нет, нет. Да в смысле я в тебя попадаю? А, это она призвала своих этих подчиненных. Ясно. Что-то орет там себе под нос вообще. И так могу. И так могу. Она кряхтит, короче, ей не нравится. Она прям аж... Ой, 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 ой. Ага, ага.
Не-не-не. Так просто меня не возьмешь, понятно? Чудовище навозное. О! О! Нравится ей, походу. Она мазохистка. Еще бы попадать каждым выстрелом. Вообще было бы идеально. По-моему, я поплохела. Бальдер, кстати, скоро сдуется. Мне нужно добыть ее как можно быстрее. Блин, Бальдер, как тебя полечить-то? Никак, все, он сдулся, похоже. А что ты носишься? Блин, стрёмная девица. Зовущая бездну. Надо вот от этих избавить, от типов. Так, а если так? Нормальная тема. Я из-за своих взрывов не вижу, что тут происходит вообще в игре. Окей. А я могу тебя поднять, Бальдер? Типа, воскресить? О, могу. А, нет, не могу. Ха-ха-ха! Прости. Пока придется подождать. Сначала разберусь с там мусье всеми, короче. Так, давай. 5 секунд. Воскрешу тебя. И ты будешь снова мне помогать. Я-то думал, он типа все. Ха-ха-ха! Воскресил селянина! Супер! Он селянин, оказывается. Я думал, он какой-то там дворянин. А он селянин. Ладно. Блин, неправильно поставил. Так, а ну-ка. Слушай, ну неплохо так пошло, вообще-то. С помощью нашего Бальдера очень даже норм. Ой. Хель, зовущая бездну. Ну, у нее хпшек немного. Я думаю, если бы играть на каком-нибудь более трудном уровне, она бы, конечно, раздала люлей не иллюзорных, прям. Капитально конкретно. Да! Изгоняет босса! Чела, аж поговорить. Смотри, какой красавчик. С золотой броней. У меня получилось! В смысле, у нас получилось. Ах ты, козел. Да отличный бой. Я знал, что отец рано или поздно отправит на мое спасение все 9 миров. Что-что? Только Инхерев. О. Впрочем, это не важно, ибо я вернулся и сияю ничуть не хуже прежнего. Мне больно видеть, во что превратилась Хель. Она явно не в себе. Использовать свет Асгардца, чтобы осквернить сами корни Игдрасиля, прямо в духе одного моего знакомого. О, только посмотрите на меня, я весь погружен в черные мысли, когда нам бы стоило радоваться, допировать. Ха-ха, да уж, это место обменяет людей. А теперь давай же вернемся в золотые земли моего, в смысле, нашего дома. Уверен, все 9 миров уже собрались у ворот и ждут, не дождутся моего возвращения. И, кстати, мне бы не помешало кое-кого навестить. Прекрасно. Значит, сокровище Хели. Забрато. Древнее ядро не влазит, извините. Так, трофей 1 штука. Все, получается. Погнали теперь до дому. С почестями, славой, в песнях и со щитом, а не на щите. Святилище, что здесь произошло и где Бальдер? После победы над Хелью ее камень загорелся, а потом случилась вспышка света. Средний камень раскололся и открыл портал. В Вальгаллу? Этот камень не должен был ничего делать. Пророчество гласит, что Рагнарёк не может начаться, пока Локи пребывает в заточении. Энхери скорее в портал. Только не говорите мне, что Локи... Теперь бить надо. Локи, не надо, пожалуйста. Так, починить. Почините вещи, проверить. Так, это не то. Ремонт. Смотрим, лук починит. Даже не потерял никаких тебе этих ваших жизней и душ. Офигеть. Только накопил. Хорошо. Ну как, плохо, конечно, если он действительно там вдруг решил побузить. О, ничего себе, сколько у меня тут видал. Нужно, короче, перенести всякое ненужное. Это что? Запасливый викинг. Так, пусть будет, вот это все перенесем. Это мне не надо пока что. Вот эти по одной перенесем. Вот так, а еще вот эти перенести надо.
Ой. Да как так-то? О, нормально. Вот, очистил немножечко место. Так, вернитесь в святилище, начните свою последнюю сагу. Святилище. Так, хорошо, но давай проверим для начала, могу ли я что-нибудь еще сделать. Во-первых, у меня есть благословение, я его хочу потратить известно куда. То есть, в самый низ. Тут целых две штуки. Вообще четко. Что дает еще раз сумка для зелий? Можете засунуть в сумку еще больше зелий для своих благих дел. Прекрасно. Дверкская работа. Научились невероятной бережно использовать снаряжение. Снижает стоимость ремонта и скорость потери прочности в половину! В половину, Карл! Как я без этого жил раньше? Так, хорошо. Теперь нужно сделать зелье еще, которого не хватает. У меня это вот лечебное варево. Так, максимум ячейки 4. А, можно больше? Хорошо. Так, зелье путеводного камня. Зелье ремонта. Максимум в ячейке. Оу май гаш, сколько я могу сделать теперь всего? Так, и здесь получается 5 еще вот этих. Офигеть, я-то думал, он мне дополнительную ячейку даст. А оказывается, он увеличивает количество вообще всего, что я могу сюда запихнуть. Офигеть. Вот это, конечно, четко. То, что доктор прописал. Так, ну что ж, пошли теперь обратно в портал, получается. Я думал, на этом закончится все, но нет. Вальгалла. Это Вальгалла? Ха-ха. Пробейтесь в великий чертог и спасите Вальгаллу. Лунная валькирия. Эйнхерии, в осаде, кажется, будто семеры объединились против нас и каким-то образом проникли за наши врата. Мы собрали валькирии, но больше мне нечего им противопоставить. В смысле нечего, валькирии же топ. Враги наступают из великого чертога, именно туда ранее направился Бальдер. Поспеши туда, пока его не смяли, мы не можем с тобой потерять. Блин, Бальдер, похоже, предатель. Так и знал, что он козел. Так, а чем их бить-то? О, теневая всякая вот эта фигня, похоже, нормально работает. Придется с Вальтером теперь биться или что? Судя по тому, как его Хель выносила и приспешники, наверное, это не должно быть сильно трудно. Но что-то у меня плохие предчувствия, честно говоря. Может, это Локи и есть? Я его освободил, типа это был Локи. Наверное, так и было все. Слушай, ну прям тут приспешников... Что им надо? Огонь? Давай огня им дадим немножко. Тут все, вон, видишь? Все, которые были в предыдущих биомах. Реально все миры ополчились. Получается, тут и теневые, и всякие разные, и вообще. Господи, что происходит? Вакханалия в Вальгалле. А это, кстати, девица довольно прочная. И вот этот тип тоже. Если их будет много, я ж ничего не сделаю. В смысле, ты резнулась? А что это такое? Не понял. Она ушла? Я ее, типа, спас или что? А я не знаю, а Вальгаллу я могу поменять? Типа, как... Нифльхейм, Мидгард, нет. Карты нет, ничего нет, не знаю, куда идти, что делать вообще. Во. Статуя Эйр зато есть. Огонь на этих чуваков не действует, они, типа, из степи сюда прибежали. Им нужно холод, походу. Бесстрашный Грок. Я тебя и так победю, понял? Офигеть, сколько тут всего. Так, ладно, я выбрал вот этот путь. О, Аска, ведьма, Бреннальфа, да. Аска. Все, короче, воскреснули и пришли сюда меня бить. Они считают, что это я, что ли, предатель, или что, я не могу понять. Хотя это все монстры. А кто меня побил? Это я случайно попал. Жнец Сейда. Элитный самоцвет. Не знаю, что это такое и для чего, но пусть будет. А, они открывают мне двери, видимо. Так, а ты чего? Приуныл. Павшая валькирия. А я думал, валькирии только женщины. Где же остальные боги? Плохи наши дела, Эйнхерий. Другие асгардцы пропали, а Бальдер после возвращения не проронил ни слова. Это совсем на него не похоже. Да это 100% был Локи. Более того, могу поклясться, что я только что видел этого проклятого Локи. Должно быть у меня что-то с глазами. Ступай, я прикрою тебя. Как ты меня прикроешь? Ты же труп.
селки тут куча целая. Разрывные стрелы, короче, топ. Всем советую. Очень хорошо помогают от головных болей, боли в ноге, в спине и так далее. Так, это мне нужно раздолбать, видимо, да? Бам! Не так-то и много урона, но ладно. От моих стрел это больше, чем от этих бочек несчастных. Эпилог в осаде. Хорошо. Интересно придумали. Неожиданно, необычно. Интересный поворот. Я взорвался. Так, это мне лечилка, но она мне не нужна. Я типа мега крутой и так, поэтому пойду прям на пролом. Так, вот этих не мешало бы убрать с дороги, иначе будет плохо. Офигеть, конечно, у него здоровье. Короче, нужно переходить на нормальные стрелы, я понял. Эдлур здесь тоже есть. Френальфар, по-моему, не любит огонь, да? А нет, не огонь. А что, молнии? Нет. Нет. Ну, это, в принципе, ни горячо, ни холодно. Вот, стрелы ледяные нормально, так это дамажит. Отлично. В смысле, я выполнил задание уже? Пробился в Вальгаллу. Так, прячьих болы и элитный самоцвет. И она мне открывает дверь. Или кто это? Это Локи. Фиг пойми. Локи будет меня благодарить сейчас за то, что я его спас из этого самого. Из плена, якобы. Хотя она наверняка не в плену была, просто это какая-то подстава. Так, ты кто? Высшая валькирия. С деревянными крыльями, серьезно? Или они золотые? Нас обманули, боги, Вальгалла, ты. В смысле обманул? Бальдр внутри, но будь осторожней. Там чудовище из миров, которых я никогда прежде не видывала. Завеса рушится, Игдрасиль больше не может удерживать ее. Наше время пришло. Пора сложить твою последнюю сагу. Господи, во что я ввязался? Я-то думал, что я сейчас по-быстрому пройду. А как? Короче, все разбито. Разрушено. А что мне? Ну хорошо, допустим так. Получается, я теперь отсюда не выйду, да? Мне нужно поменять на нормальные какие-то стрелы. Например, морозные хочу. Ты Бальдр, да? Поговорите с Бальдром в Великом Чертоге. А ты не Бальдр, ты на самом деле какой-то хрен моржовый. Ясно, мастер перевоплощений. Вот это поворот, да, Энхери? Я зря удивляешься. Видишь, иногда пророчество нужно слегка подтолкнуть. Когда я понял, что только избранным Одина хватит смелости попытаться вызволить Бальдра из глубин Нифльхейма, мы с дочерью сразу же начали готовить для вас ловушку. И все же все мои усилия пошли бы прахом, если бы тебя постигла неудача. Теперь я понимаю, почему они решили довериться тебе. Или, может, почему тебя принесли в жертву. Вот подумай, зачем они спрятали семена Игдрасиля в Мидгарде, а не за могучими стенами Асгарда? Твоя священная война с моими детьми была всего лишь отвлекающим маневром, тщетной попыткой ваших богов выиграть время, чтобы спастись и сохранить самое дорогое, что у них было здесь. Дитя Игдрасиля, его переродившаяся сущность, истинный наследник, что готов занять его законное место в центре космоса. Видишь ли, мы с дочерью выведали кое-что у настоящего Бальдра. Ветви мирового древа простираются далеко за пределы девяти миров. Да, есть еще десятый. Разумеется, Один узнал об этом давным-давно, когда лишился глаза. Он с асгарцами не раз путешествовал в иные миры, дабы найти пристанище, в котором они смогут спастись от всепоглощающего Рагнарёка. Но там, где Один увидел спасение, я увидел новые возможности. Это дитя Игдрасиля, этот отпрыск. Ключ, который открывает доступ к бесконечному числу миров, разбросанных по всему космосу. И теперь эти врата принадлежат мне. Знаешь, конечно же, я могу использовать отпрыска, чтобы восстановить завесу между мирами и избавиться от разложения, коим Игдрасиль отравил 9 миров. В смысле, что ты несешь? Чушь какую-то. Однако расколоть ее будет куда приятнее. Так я объединю всех отвергнутых в спасении, что сулит Рагнарёк. Он, кажется, чего-то недопонимает. Или я. О да, я объединю их. Вот, позволь кое-что тебе показать. Одному из моих новых детей не терпится посмотреть, на что способны Эйнхерии. Прощай, Эйнхерии, отправляюсь в необычный новый мир, где бог грома по имени Зевс собирается устроить банкет в мою честь. Тору есть чему у него поучиться. Он сейчас призовет сюда Гатлинг Канонс ИИ или что?
поговорить, удерживать. Ну, давай. Он будет смотреть? Оперный театр, что происходит? А, реально в пантеон отправился. Ты вообще, что ли, обалдел, чел? А мне, надеюсь, не придется за ним идти, или это типа пасхалка к новой части? Горгона, медуза, она меня заморозит своим... Окаменею, нет! Пожалуйста, не надо! Нет, а что делать? Она камни на меня валит. Прикинь. Отвали нафиг, ты чудовище морозное, навозное. А чем тебя бить-то? Мидгард пережил еще один день, я походу не переживу. Опа. Хрен тебе, хрен. Не понял, а как тебя бить-то? В таком случае. Отвали от меня, чудовище морозное. Блин, похоже, что морозные стрелы больше всего урона наносят, да? Или мне кажется? И обычные еще, наверное. Трындец, ну. И как мне с ней бороться? 414 тысяч уходит это все крайне медленно. Она, похоже, не сильно хороша в ближнем бою. Такое ощущение. Ой, блин, окаменел. Не-не-не-не-не, подожди, не надо. Хотя, нормально. А, да что такое? Ой, блин, не те использую вещи. Ага, давай, на него отвлекайся, а я буду тебя в это время лупцевать издалека. Это, короче, ты прикинь, какая подстава, а? Призвал Горгону из греческой мифологии. По-моему, это чит. Ага, хрен тебе. Ай, блин, камни не надо на меня скидывать, пожалуйста. Зараза. Ах ты, зараза! Это не она? А где она? Ладно. Да блин, попадай ты! А, ну, кстати, я могу вот так сделать. Отличный, отличный план. Так, где она сейчас появляется? Здесь, получается. Она еще и ядовитую лужу какую-то оставляет. И вообще, короче... Ну я ее победил, я думаю. Я надеюсь. Горгона, блин, вы рехнулись, короче. Ага, сейчас. Блин, опять я не вовремя использовал, короче, своего клона, и он теперь бесполезен, по факту. Наверное. Хотя... Не, не бесполезен, нормально. Блин, окаменел все-таки. А-а-а, не бей меня, пожалуйста, я тебе ничего не сделал. Ну, в смысле, пока еще. Говорит, хочет проверить, как хороши Эйнхерии. Ну, проверяй, пожалуйста. Пока что я справляюсь. Снова под землей. Ну, с грехом пополам снял с нее половину хпшек почти. Но, видимо, она перейдет в режим ярости, когда у нее останется меньше половины. Вот и так и стой, мне нравится. Хорошая тема. Все, исчезло? А куда ты делась? А зачем ты так сделала?
По-моему, у нее немножечко, ну, рехнулась. Она башенькой. Двинулась мозгами. Но меня устраивает. О, смотри-ка, ожила. Жалко только, что опять у меня бесполезен оказался мой этот двойник. Блин, хорошо хоть. Ну-ка. Да не-не-не! Да чтоб тебя. Блин, она сейчас меня своими камнями. Нет, не получилось у меня, хорошо. Что-то получается, кажется. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Блин, опять. Ну ладно, это не страшно. У меня проходит почему-то окаменение нормально. Блин, окаменел. Ай-яй-яй-яй-яй, это нехорошо. Да давай, прыгай! Так, что еще я могу сделать? Так-то больше и ничего, кажется. Слушай, ну Гаргону лупцевать долго, а если бы я сражался с Локи, что бы тогда было? А, блин, исчезло. Вот коза. А я думал, что она, типа, взглядом окаменение насылает, оказывается. Видал? Оказывается, нифига не взглядом, а чисто криком. Кровь в жилах стынет от ее крика, я понял. Да. Понятно. Короче, зал разрушила для пиршеств в Вальгалле. Ну, это не она, наверное, это Локи разрушил, возможно. Босс Гаргона. Ой, блин, ну и каменем по сверху пришмякнуло мне напоследок. Ладно. Сокровища Локи. Чё дали? Продолжайте писать свою сагу. Скхьяль Эйнхери, благодаря тебе Мидгард в безопасности. Все, пока что. И чё? В святилище. Ну, погнали. Получается, мне теперь в Мидгарде выращивать ростки, совершать подвиги, получать достижения, остается строиться и открывать навыки. Вот, по идее, титаническими усилиями Инхериям удалось разбить войско Локи и спасти 9 миров от полного уничтожения. Кое сулил им Рагнарёк. Избранные Вальгаллы победили. Увы, но завеса между мирами истончилась, практически исчезнув. Локи удалось завладеть отпрыском Игдрасиля, и теперь он путешествует по космосу, сея повсюду хаос и разложение. Вальгалла потихоньку восстанавливается, избранные дали новую клятву. Они отправятся в далекие миры, чтобы найти там героев и соберечь их дом от будущих Рагнарёков. Это начало новой главы твоей саги, мой Энхерий. Охренеть можно. Понятно. Будет продолжение в современности. Неплохо. Но мне понравилось. Интересная история, интересные боссы. Прикольно сделано здесь, конечно, графика, оружие, управление и так далее. Очень даже неплохо, очень удобно. Все под рукой.
Строительство заслуживает отдельного внимания, но я не то чтобы сильно любитель строительства в целом, поэтому это для, например, романа подойдет больше. Можно отгрохать здесь вполне себе шикарнейший особнячок или длинный дом, как в «Викингах». Всем большое спасибо за просмотр, за ваши лайкосики и комментарии. Очень счастлив, что вы у меня есть. И всем до следующих встреч. Пока-пока.